Сожгла рубашку, прости, любимый. Что делать? Придется выкинуть. А что, если не выкинуть, а придумать что-нибудь другое из этой рубашки? Пойду к специалистам. Здравствуйте, Елена. Скажите, что можно придумать из старой, испорченной сорочки? Давайте посмотрим. Рубашка в хорошем состоянии. Как вариант, можно сшить наволочку на подушку декоративную. Например, для вот такой подушки. Измеряем размер подушки, ширину, длину и вырезаем на наши рубашки. Отметив размеры, прикладываем линейку, проводим линии и режем. И стачиваем швы нашей будущей наволочки. Наша подушка готова. Ура! Елена, ну вы же не думаете, что я к вам пришла только с одной рубашкой? У меня есть еще одна, детская. Что можно придумать из вот такой сорочки? Так, из этой рубашки мы сделаем юбку для девочки. Отмечаем длину. И режем. Верх не нужен. Закладываем складки по обхвату талии. Также измеряем резинку. И отрезаем. Сейчас мы соединим резиночку и распределим ее по нашей юбочке, формируя защипы. Какая милая юбочка получилась, только посмотрите. Над старыми вещами креативили Елена Гальянова, Ксения Серебренникова и Константин Шубкин.